когда-то плейбэк это было нечто такое, что звучало для меня вообще необычно, непонятно. И на одной из психологических конференций я увидела, что это со стороны. Это было для меня потрясением, потому что люди, которые играли на сцене истории, они вообще не сговаривались. Для меня плейбэк, пожалуй, это нечто очень честное, очень раскрепощенное и нечто очень творческое. Потому что перформанс — это чья-то маленькая история, может быть, счастливая, может быть, трагичная, а может быть, это воспоминание, а может, это то, что хотелось спрятать, но вдруг захотелось поделиться, и человек увидел совсем с другой стороны свою историю, пережил ее снова. Наверное, это для меня возможность высказать невысказанное, проиграть эмоции, которые не всегда позволяешь в жизни себе показать. Для зрителей, мне кажется, это своеобразная магия. Когда я первый раз увидела плейбэк, это действительно похоже на некое волшебство. Конечно же, захотелось сразу овладеть подобной магией. Вот уже 3 года, как колдуем. Плейбэк мы играем также и для себя. И будучи в роли рассказчика, будучи в роли зрителя, можно испытать тоже достаточно сильные и необычные эмоции. Отпустить какую-нибудь ситуацию, которая тебя тяготила очень-очень долго, либо наоборот вдохновиться. Ну ладно, пойдем. Грани на самом деле столько, что словами это не передать. Это нужно просто хотя бы раз попробовать. Мы встречаемся еженедельно. 6 ноября нам было 3 года, и мы вошли уже в такой достаточно взрослый возраст для коллектива. И это маленькая семья. Мы разделяем бед друг друга, мы поддерживаем в радостях. На закрытых репетициях мы играем истории друг друга. И плейбэк — это целая жизнь, потому что, ну, попробовав его однажды, уже невозможно с ним расстаться. Он будоражит, он оживляет, он снимает усталость, он развивает творчество. Он ускоряет потенциал, он дает силы. Это чудо. Как всегда, это было очень глубоко, очень душевно. Настолько чувствовать каждую историю, каждое сказанное слово, так вот передавать, это действительно меня каждый раз вызывает восхищение. Я люблю этих детишек. Я люблю этих детишек. И плакали мы, и смеялись. И это так чудесно, когда можно прийти в такое место, где ты испытываешь эти чувства, освобождаешься от чего-то, наполняешься чем-то хорошим и уходишь отсюда с легким сердцем и с любовью к актерам. Спасибо вам большое. Я очень люблю ходить на эти представления. Во-первых, они очень полезны для меня, для моей личной истории, ну, путешествия по жизни. Во-вторых, очень забавно и полезно посмотреть на какие-то истории свои и чужие в различных гранях и потом собрать их воедино. Все, блин, спокойно, спокойно. Давай твои предложения куда-нибудь. Я не знаю, куда несла. Деться от него. Это столько энергии, столько всего. Надо действовать. Полный девочек, взрусь.
плейбэк-театр – это прикосновение к абсолютному чуду. Я всех приглашаю прийти сюда, испытать это, почувствовать это. Когда ваши эмоции, ваши переживания внутренние, ваши внутренние голоса оживают перед вами. Но я им нужна.